Привет! Удивительно, как много всего выходит по Человеку-пауку. Несмотря на то, что фильмы как бы уже прошли, не особо актуальны, но именно Спайдермен держит прям марку и очень часто мелькает в игрушках, фигурках, наборах и так далее. У меня даже вот прям вот, если бегал пробежаться по полке, бегал пробежаться, отличные каламбуры, стоит вот такая вот фигурка, одна из фигур, которую я ставил, на нее обзор на канале, посмотрите, это крутая фигурка. У меня стоит на полке вот такой Человек-паук из журнала. У меня рядом стоит тут вот такой вот Спайдер-бастер, обзор на которого я делал у себя на канале. Кстати, посмотрите, вот эта штука довольно интересная, внимание определенно заслуживает. У меня где-то тут еще валяется несколько Человек-пауков, просто фигурок. То есть, сами понимаете, довольно много всего. И я при этом не фанат Человека-паука, я люблю других героев Marvel, Паука не то чтобы сильно. И тут на днях я заметил, как из фикс-прайса выходят радостные дети, неся в руках красно-синие пакетики. Человек-паук, подумал я, и оказался прав. Вот такие вот пакетики. Собственно, нечто подобное мы с вами, по-моему, уже открывали. У нас были... Я не помню кто. По-моему, у нас были просто герои Marvel. И там, собственно, был вроде Железный Человек, еще кто-то был. Они были ничего так. А, там Кэп Америка две штуки у нас было. Короче, они были ничего так, и мне, в принципе, понравились. Знаете, я даже сейчас посмотрю, может быть, я их найду и покажу вам. Сорямба, но на вопрос, а можно мне мои фигурки Marvel, срачельник в моем шкафу сказал, не сегодня. Короче, открываем, что есть. Посмотрите на канале, там ролик был. Итак, собственно, пакетики. Это, если я ничего не путаю, официальные абсолютно фигурки. Это те, которые входили в свитбоксы, то есть такие коробочки, где были конфетки и какая-то фигурка. И, собственно, их перепаковывают без конфет и продают по 99 рублей, что я считаю просто вообще пушка цена. Если вам интересно, вы знаете, что нужно сделать. Поставить большой палец вверх. Это самое лучшее, что вы можете сделать. Еще на мой канал Дзен подписаться, но это так, опционально. Окей, погнали. Первый пакетик. Здесь у нас, собственно, еще один пакетик. Вот так оно поставлялось в коробке. Вот именно в таком виде. Так, это, наверное, придется чем-то резать, потому что оно просто так... Хотя нет, так открывается. О, слушайте, пакетик-то стильный. Здесь даже Человек-паук вот так нарисован. Так. Инструкшн 1. О, класс. Слушайте, нам сразу выпадает Гвен-паук. Я вижу ряд проблем, но они, в принципе, фиксятся. А если она немножко заваливается назад, ее можно поправить, просто выгнуть. Если у вас руки из нужного места, и у вас есть маленькая кисточка и модельные краски, вы можете эти фигурки вообще довести до бомбезного состояния. Собственно, в чем здесь проблема? Здесь немножко плохо прокрашена грудная клетка. Видите, я так как будто потрогал грудь. Спайдер-Гвен. Я не против это сделать, но не такой маленький. Собственно, покрасить капюшон изнутри надо бы, оборку на нем нарисовать и немножко подкрасить еще то, где просвечивает белый цвет, потому что красили по черной резине. В остальном, я считаю, что очень даже недурная фигурка. Так, только от нее воняет резиной просто пипец. Знаете, я вспоминаю 90-е даже, как это было. Ну, тоже там бы продавали всякие резиновые динозавры, от них также несло резиной. Собственно, у нас здесь карточка. Да, видите, свитбокс, вот эти вот коробочки. Гвен-паук. В альтернативной вселенной Гвен Стейси получила укус радиоактивного паука вместо Питера Паркера. СМИ назвали ее «Женщина-паук». Стейси пыталась использовать свои новые таланты для личной выгоды, однако со временем стала использовать для защиты невинных людей. Ну, собственно, логично. В серии... Ой, нет, мы, наверное, не будем снимать еще одну часть, потому что в серии всего-навсего... 5 фигурок. То есть, как бы, если у нас хотя бы 3 выпадет, да даже 2, наверное, дальше смысла не будет особо собирать. Хотя нет, если 2, то будет смысл. Короче, вот. Такие вот фигурки. Человек-паук в черном костюме, Гвен-паук, Человек-паук в обычном классическом костюме с плохо прорисованными глазами. Кид-арахнит? Кид-арахнит? Что? Я думал, это Майлз Моралес, а это Кид-арахнит какой-то. И Человек-паук... Это алый паук, по-моему, да? По-моему, это алый паук. Собственно, вот. Давайте посмотрим дальше. Она, кстати, несмотря на то, что наклоненная, все равно стоит. Следующий пакетик. Следующий пакетик. Ну, хоть бы не повторно. Давайте универсальным разделителем деталей. Я им яйца открывал, и я им пауков открою. Чего только не открываем. Так, да, у нас здесь классический... Да, слушайте, классический паук, который тоже падает назад. Что у них за проблема? Они что, в клипе Майкла Джексона снимаются? Ну вот тут уже дела обстоят куда хуже. Если в случае с Спайдер-Гвен еще можно просто подкрасить сиреневым капюшон изнутри, рукава,
то здесь вам уже придется прям, я не знаю, либо очень сильно замучиться и нарисовать каждую полосочку на костюме паука, потому что на красных частях вот эти полоски должны быть черные, и окантовка глаз должна быть черная. Ну, типа они сами изображают его вот так на упаковке, а потом нам дают вот такое. Фигурка, молд, отличный. То есть, серьезно, это классный, мультяшный, очень такой характерный, знаете, выразительный молд. Так еще интереснее получилось. Очень выразительный молд, но, блин, покраска-то, сами понимаете. Да. Но фигурки прикольные. Я тут, ну, даже не буду что-то там бомбить, ругаться, еще что-то говорить. Фигурки прикольные по молду. Собственно, Человек-паук. Есть смысл про него читать? Я думаю, нет. Собственно, вот такой Спайдермен. Карточки тоже неплохие. Ну и, наконец, последний пакетик. Хоть бы не повторка, а. Не вижу отсюда, по-моему, повторка. А может, нет. Так, что-то у нас в этот раз пошло не так с распаковкой пакета. Во, вот так, все. Поехали. Нет, по-моему, не повторка. По-моему, здесь у нас... здесь у нас Майлз Моралес, который почему-то называется Кид Арахнит. Господи, почему Кид Арахнит? Настоящее имя Майлз Моралес. А что, его реально так зовут? Кид Арахнит? Фига, я не знал, честно. Сори, если я ошибался, я не знал. Родом из альтернативного мира, в котором он унаследовал место и силу Человека-паука, когда его также укусил генетически измененный паук. Может маскироваться под окружающую среду. Особенно в темноте. Ладно, простите. Так. Хотя, перед кем я извиняюсь? Так, собственно, Майлз внезапно. Внезапно фигурка Майлза Моралеса у нас стоит плюс-минус нормальный. Вот чуть выправить, и будет ок. Притом, это разный молд. Даже, нет, ноги одинаковые, но руки явно разные. Собственно, вот такой вот Майлз Моралес. Ну, как я и сказал, у нас выпало три разных фигурки, поэтому покупать еще пакеты я совершенно не вижу смысла. Мне не то, чтобы нужны все... Где? Мне не то, чтобы нужны все персонажи отсюда, поэтому коллекцию собирать смысла не вижу. Но, если вдруг вы хотите себе фигурку паука, несмотря на вот эти вот недостатки, которые я говорил, это отличный вариант. За сотку вы получите отличную фигурку, фирменную, с карточкой, все дела, как бы. Топайте в фикс прайс, пока не разобрали. На этом все. Увидимся в следующем видео. Лайк поставьте. Пока.